Эй, друзья, всем здорово! Это снова канал Малой Плей, меня все так же зовут Илья, а это у нас The Forest, опять давно у него не играл. Ну что, блядь, дай бог памяти. Здесь, короче... А, да, я вспомнил, здесь я построил себе вот такую кибиточку. Так, что у нас есть? У нас есть вообще все, по-моему. Да, ключ-карта, да, здесь нет единственных кассет в этом сохранении, ну потому что они как бы нахуй нам не нужны, ничего не открывают. Вот, здесь у меня по идее пока что лесенка, но лесенку я, наверное, буду потом убирать, у меня, потому что есть здесь веревочка. Так, что у нас по показателям? По показателям у нас все абсолютно нормально. Так, и что, чем мы будем делать-то сегодня? А сегодня, ребята, мы, наверное, отправимся в деревушку аборигенчиков. Она здесь находится прям рядышком. Вот. И, наверное, там замутим какие-нибудь им подлянки. Понаставим немножечко ловушек. Потому что нам надо будет пиздить их периодически. Так, давай-ка пособираем это все. Вот, ягодки-то нам нужны. Так, это, по-моему, у нас уже все, типа, потолок по 5. А, подожди, нет. Так, вот. О, ага, все, кончились, да? Ну, да. Так, все. Ладно, давай вот это херани наберем. Так, о, нихуя, куда они пропали? Ну ладно. Какая странная хуйня-то тут происходит. Давай, я уже смотрю по Форесту. Сколько их там? По Форесту уже впору писать эти... делать видосы чисто по багам. Тут, блядь, их, сука, столько. Ну, вот так вот, короче. Сколько у нас тут? О, так мы же и броньку можем сделать. А чё за тупняк? Подожди. Бам. 2, 3, 4. Это просто, короче, натупило. Нормально. Ладно. Это Форест, чему мы, блядь, удивляемся? Так, этих опять несколько можно взять. Так. Наверное, будем делать такие, знаешь, ловушечки, которые не будут требовать слишком много ресурсов. Так, о, у нас же есть сумки. Я же, по-моему, то ли в прошлой, то ли в позапрошлой серии, ну, сделал этих сумочек кучу. У меня теперь и под камни есть сумка. Да, 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 все отлично, все есть. Так, ну где-то... Да. Вот она. Вот она, эта деревушка их. Думаю, начнем с нее. Так, что у нас по веревкам? Веревки у нас все есть. О, да ладно, отлично. Можно собрать. Надо вообще нам собирать все ягодки, потому что, по-моему, с каких-то там можно будет делать отравленные стрелы. Я, блядь, их, честно, ни разу не делал, но попробовать можно. А, во, это мы уже другие ягодки собрали. В смысле, я их съел? Дурак, что ли? Нихуя. Так, ну да ладно. Так. Че у нас здесь? У нас мы... часть мушкета даже, по-моему, доставали здесь или нет. Здесь не доставали мы часть мушкета. Нет, не доставали. Ладно, потом все достанем. Так, вот тряпочки нам нужны и тряпочки нам нужны. Так, ну чё, к нам тут один пиздючок пришел. А я не красный. Так, ну он пока съебал. Или не съебал? Бля, он бегает с факелом, как я понимаю. Люб...
Ты иди нахуй, ходишь тут мне, блядь. Выебываешься, а? Чёрт. А, нет, булава. Ладно. Так, давай делаем, короче, сразу так. Нам надо... Нам же надо где-то их сжигать. А сжигать их нам надо так, чтобы, короче... Чтобы нам никто не мешал. То есть, наверное, будем их херачить здесь. Ну, ладно, так. Ты это, поджигай. Все, отлично, убирай эту херню. Все, тебя, браток, мы оставим жечь. Жечься. Как-то так. Так, ну ладно, давай подумаем. Нам надо вот эту деревушку забрать, наверное, под свой лагерек. Поэтому, что нам надо? У нас, в принципе, все готово, да, есть дома, мы можем в них что-то построить, эту хуйню, единственное, взорвать потом. А что потом, если можно сейчас, да? Ну давай, поджигай. Отбежать надо. Ну, нахер. Отлично, здесь всякая херобора. Это мы все забираем. Отлично. Отлично. Давай теперь подумаем. Давай залезем еще и глянем, что нам как тут сделать. Потому что опять мы что-то записываем, блядь, записываем. Поднимайся. Так. Давай, давай, давай. О, здесь еще что-то есть. Бутылочка. О, отлично. Так, ну смотри. В принципе, нам... О, хуя, дождик. А, слушай, что у нас где стоит? Меч катана, два. Копье. Наверное, да, копье? А, лук, три копье. Вот смотри. Ой, хуя, зайцы сильные. Нам надо перекрыть вот то место. Там мы, наверное, поставим забор. А вот то место нам надо перекрыть. Вот здесь надо перекрыть. И вот это вот все. Так, ну, что я предлагаю? Там я предлагаю поставить просто-напросто забор. Может быть, там в два рядка. Как-то что-то посмотрим сейчас, короче, сделаем. Туда забор по-любому. Надо вырубать вот эти вот все деревья. А здесь у нас будет такая, наверное, знаешь как? Блять, не знаю. Как это назвать? Ферму по добыче костей, наверное. Как-то так. То есть, по-любому сюда аборигенчики будут прибегать. Вот. А здесь можно будет уже понаставить ловушечек каких-нибудь, чтобы их ловить и, соответственно, потом пиздить. Ладно, что, начнем? Я думаю... Опа! О, нормально, не разбился. Так, ну что, начинаем. Давай-ка мы, наверное, сразу берем бензопилу. Ну, да, кстати, сделали вроде немножечко потише, потому что писали, по-моему, в обновлении, что ее сделали чуть тише, потому что она была пиздец громкая. Нормально, варанчик тоже нам нужен. Где он? Давай, снимем нахуй с него шкуру. Забрем. А надо будет здесь сушилочку тоже поставить. У нас получается, там у нас основная база будет наша. Наверное, основная. Может быть, и здесь будет основная. Ну, короче, будем заниматься сегодня строительством. А именно вот такой вот форпост будет у нас. И я вообще предлагаю заморочиться и вообще в каждой деревне аборигена вот так вот что-нибудь застроить. И именно застроить так, чтобы, знаешь, ну, нормально, как положено, это все было. Так. На эти я не помню... свои пизни, они могут забегать вот эти вигвамы или нет. Сначала напилим, чтобы у нас бревен было куча, чтобы мы не страдали от их недостатка. Давай, давай, ебаш. А почему надо деревья все вокруг спилить? Потому что они, блядь, бляди такие, могут залезть на эти деревья и потом прыгнуть через забор, там, ну, короче, похуй куда прыгать. Вот, могут это сделать. Откуда я это знаю? Да все это знают. Я это запомнил просто, очень хорошо запомнил, когда только начинал играть в Forest. И вот у меня была база, и они нахер через мой забор как начали прыгать. Я тут-то и понял, что нахер надо что-то думать. Так.
А, вот это мы тоже. О, открыто достижение. Я что, типа 100 бревен добыл или 100 деревьев срубить? 100 деревьев я вроде еще не должен был срубить. Ну, хотя хрен его знает. Рубил-то я их немало. А, ну здесь, наверное, учитывается полностью вообще 100 деревьев во всей игре. Не только, ну как, ни в одном сохранении, наверное. Так. Отличненько, отличненько. Надо, кстати, будет вообще поставить сборщик этой смолы еще. Потому что смола нам тоже, по-моему, будет нужна периодически. Вот это я понимаю. Так, отлично. Отлично, вроде все меня пока что устраивает. Ну ты че, красный? Иди нахуй отсюда, вот правильно. А, так он не один. Так, у нее увеличенный дамаг сейчас сделали у бензопилы. По идее, она вообще имбовая должна быть. Я должен просто сразу резать нахуй на куски. Ну че, братан? Ну, блядь, ну это же понты столько раз у него херачит. О, братан, ты молодец, сам пришел. О, не, ну, если так, то нормально. Так, где-то здесь костер был. Ебать, костер сломался, что ли? А, не, не сломался, вот он. Все нормально, ладно, вас пока бросим, сеньор. Вас пока, сеньор, тоже сюда бросим. Надеюсь, трупы исчезать не будут. Так, ну, блять. Как нам это все замутить? Я вот думаю, либо нам... О-о-о. Просто... А, даже мы уже не можем залазить. Да ладно, нихуя, пофиксили. Ну, круто. Так, либо нам, короче, забор прям вокруг поставить, либо просто между. Ну, давай попробуем, еще посмотрим. Так, заборчик нам, потому что надо будет ставить вот этот пики, который... Где они, блядь? Сраные пики. Вот они. Вот они. Западня. Так, со стеной с шипами. Наверное, давай-ка мы будем херачить в круг. Херачить в круг, потому что... Ну, смотри, потому что, ну, это полная ебала. Да, это полная ебала. В круг и, наверное, вот так, знаешь, немножечко прям вокруг сделаем. Еще в край там посрубаем деревьев. Нормально, нормально. Ну вот, в чем тебе вот сюда? А, вот оно в чем дело, да? Нам тут мешается сраный этот. А, ну в эту сторону могу вывести. Я могу сделать вот так. Могу сделать вот так. Нет, какая разница? А, нет, здесь я, наверное, сделаю лучше в воду. В воду-то они особо не любят ходить. Вот, вот, к примеру, вот так. Как это будет у нас наша фирма выглядеть? Так, ну и что, и... Начнем, наверное, потихонечку сейчас строить, да? Да, давай, начнем. Че нам как бы, какая разница, откуда начинать? Потому что строить придется все. А, бревен-то у нас вроде как валом. О, вот тряпочки еще. Окей. Так, давай. Эти бревну, как вот этот забор, надо будет еще укрепить. Там, насколько я помню, тоже есть какая-то такая шляпа. Она что-то делается из веток, по-моему, и из камней. Типа в упор-то можно поставить. Ну, либо также из бревен понаставить этих колев. Что-нибудь, короче, придумаем. Так, давай. О, нормально. Что-то мы подустали. Так. Раз мы подустали, давай, во-первых, вот это все вырубим. Так. Вот он, наш современный топор. Вырубаем нахер бревна. К ебеням. Не нужны они нам здесь. Тем более, да, внутри. Так, здесь мы, правда, чуп-чуп немножко так сделали. Ну, я думаю, не страшно, да?
Вот так, да, мы как-то... А, вот эту мы хуйню обогнули, да? Сука, то есть из-за тебя мне пришлось сделать кривой забор. Ну да ладно уже, ничего париться не будем. Так. Мне надо поставить сиденьку. Вот, мне надо поставить сиденьку, потому что мне надо отдыхать. Обязательно. Давай посидим, отдохнем как раз. Не знаю, почему сидя на лавочке мы не можем открыть инвентарь. Это, конечно, тупо. Я бы на месте разработчиков уже добавил эту возможность. То есть, ну реально, ну мы сидим. Че бы, блять. Ну давай, похаем вот так вот и попьем вот так. Все отлично, у нас все нормально. Давай дальше собирать все. Не знаю пока, что, конечно, из этого выйдет. Давненько я уже не занимался вот таким вот строительством. Можно будет, кстати, как-нибудь в креативе построить. То есть вообще не париться. Вроде бы и без читов, а строить можно просто невероятные сооружения. Так, давай. О. Отличненько, отличненько. Так, ну все, то есть они с воды подойти не смогут. По идее, конечно, то есть это не 100%, это же, блядь, Форест. Там тут нахуй под водой нет-нет, бегать умеют. Так. Вроде пока никого нет. В центре надо будет обязательно поставить большой костер. Можно будет поставить что-нибудь еще, чтобы вообще видеть их, откуда они там бегут. И вообще нахуй надо будет реально застраивать все вот эти их, ну, деревушки. Так, я вот, блядь, я опять устал. Ну ты чё в самом деле, а? Подумаешь, всего-то бревна таскаешь. Ну, так, ну смотри, одна сторона у нас, в принципе, практически готова уже. Я думал, в воздухе висят руки. Оказывается, нет, оказывается, на веревочке. Все нормально. Я не помню. По идее, разработчики фиксили ту тему, что якобы эти вараны теперь не могут... О, давай вымажемся грязью. Грязь, кстати, переработали. Немножечко по-другому она сейчас выглядит. Давай мы еще можем собрать. Ну, блять, ну как так? Только что подошел, были же ягоды. Сука, что же за тупняк-то, а? Ладно. Ну. А, все, заправили. Окей. Давай в ту сторону. Чтобы не упало на забор, нам надо. Я сейчас просто прямо должен упасть. Да, отлично. Просто прямо. Короче, ребят, да, не помню, уже, по-моему, несколько раз говорил о том, что как рубить деревья. Просто вот дерево будет падать в ту сторону, в которую вы смотрите. Поэтому если вам не надо, чтобы оно падало туда, просто, блядь, не смотрите туда. И оно будет падать туда, куда нам надо. О, отлично, смотри, можем собрать ягодки. Всякие разные, хорошие, не очень. Так, о, отлично. Ага, здесь уже все, да? Вот этим подбежал, они исчезли. Ну, блядь, тут не какой-то. Ну ладно, опять же, чему мы удивляемся? Это The Forest. Да, немножко я простывший, ребят. Давай. Так, короче, пора ставить костер. Причем, блядь, костер надо ставить большой, чтобы он мне освещал все. Место для костра тут уже есть. Вот оно. Пожалуйста. То есть, ну, как бы тут вообще париться. Давай. Тут вообще заморачиваться с выбором места для костра я даже не стал. Опа. Ну, поставь. Окей. И поджигаю, конечно. Так, ну, в принципе, яркости нам должно хватить.
Вроде все норм. Так, веревки. Так, бревна. Откуда они здесь? Так, надо, конечно, включить какой-нибудь хотя бы источник света, потому что он-то там светит, а здесь-то все равно ничего нет. Так. Так, окей. Отлично. В принципе, смотри, потихонечку заборчик выставляем. Кстати, вот у меня подсветка проекта зеленая. То есть, для чего я так сделал? То есть, это изначально было в трейлере в первом к игре. Там, то есть, проект был зелененький. И вот, по-моему, в прошлом, то ли в позапрошлом обновлении добавили возможность выбора цвета для проекта. И, соответственно, я, не задумываясь, выбрал зеленый. Так, ну, блядь, он, сука, светит, но не там. Он светит, но не там. Поэтому, ребятки, нам надо поставить еще вот здесь один. Да. А что за звук был? Я только не понял, короче. Бревна-то, блядь, где? То есть, подожди, у меня здесь бревна закончились? Ну, нихуя себе. Вот, то есть здесь сейчас поставим, уже будет светиться там. Здесь, ты видишь, здесь нормально. Здесь более чем нормально. Так, а что паришь? Мне все равно надо здесь деревья вырубать, потому что у меня не хватает. Не хватает у меня бревен. Свет-то включи. Ну, я не знаю, бля, как одной рукой вообще держит бензопилу. И еще и пилит вообще нормально. Че у вас, мужик, огонь вообще. Что-то, кстати, разработчики писали о том, что вроде как то ли разработчики, то ли мне кто-то говорил, честно, ну, врать не буду, не помню, короче, о том, что якобы хотят они добавить возможность выбора, короче, пола персонажа. Ну, типа там, если девчонка играет, там захотела, девчоночку себе сделала. Ну и вообще. О! Слышу пиздюков. Где-то они есть. Скоро они придут. У нас уже, по идее, 12-й день выживания. По-моему, 12-й. И, соответственно, со дня на день вообще к нам могут прийти и эти, и мутантики-то. Ух ты, ёбаный карась! Ты чё так, сука, пугаешь-то, а? Нихуя вас понабежало-то, а? Тихо, блядь. Да я нахуй в воду зайду, остыну немножко. Нихуя вас понабежало, да так резко-то. А, блядь, ты чё, ебаный карась? Ладно, я тут плаваю. Ну, да как так-то, а? Подожди. Вот так-то да нахуй. Ладно, вот, дамаг нормальный сейчас у нее. Чё, где вы, падлы? Охера, ну этот, короче... Вообще выскочил меня, аж напугал, ну серьезно. Вот он ты, пиздюк, иди сюда. Вот ты, по-моему, меня и напугал. О, еще один, давай. Сдох. Вот, вот это нормальный, в принципе, дамаг. Потому что до этого, блядь, я помню, когда только добавили, короче, эту бензопилу, я их просто, ну, нереально долго... пилил. Да давай же в воду. В смысле, я же в воде. Бля, дурачок какой-то. Ну вот. Совсем другое дело. Так, надо будет еще кости пособирать, не забыть. Да. Как ты, блядь, так зажигаешься, ёбаный. Бахни, ну. Так. Ну, я... Больше я пока никого не вижу. Вроде все на... Но они набежали так еще, знаешь, прям это... Поворачиваюсь тут на... Я их еще, главное, обратил внимание, что вдалеке, короче, бегает один. А он тут уже. Следит за мной. Ты подожди, ты горишь? Так, подожди, надо одевать вот эту херню сразу. Так, давай вот этого Захару, конечно. Так.
Вот, ну не знаю почему, оно отсюда, короче, из инвентаря один хер не девается. А, вот так, надо было тебя просто потрогать. Ну отлично, это тоже устраивает. Тихо, 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 никого нет. Никого нет. Отлично. Так, давай дальше собираем. Так. Вот это уже бронь, так бронь будет у нас. Так. Чё, все, кости кончились, что ли? Ребята, вы чё? Прикинь, да, нет костей. Ну да, хер. Ага, костей нет, а пиздюки есть. Где-то они, короче, все-таки еще ходят. Так, ладно, это варанчик. Слушай, вот так вот, ну реально, ночью будешь играть один дома. Эта херня будет тебя немножко напрягать. Так, окей. Окей, окей, окей. Никого не вижу, никого не слышу, да, как говорится. Давай, раз пока вас нету, я немножко похерачу ваши деревья. Извиняйте, ребятки, но они мне нужны. Ну, давай, хера. Да ты чё тупишь-то, ёбаный? Так. Кстати, варанов, по-моему, всю хуйню, вот эти бревна могут убивать теперь. То есть, если он упадет там на оленя, на варана, на барана, да хоть на кого, по идее, он сдохнет. Так, а эта птичка, я думал, это кто-то с факелом бегает. Так. Окей, так, ну, в принципе, бенз у нас пока есть, по-моему, еще 4 канистры, поэтому пока что нам всего достаточно. Так, еще один. Вот. Так, по идее, вот сюда они уже залезть не смогут. Ну, типа, у меня ж тут все этот. Так, давай, вот это надо срубить. Так, 4 удара, окей. Есть бревна. Так, так, так. Что мы можем здесь еще сделать теперь? Так, где-то они у нас. Коли, пики, пики, коли. Вот они, да? Мы можем их в два ряда поставить. Но это, конечно, ребят, идиотизм будет. Поэтому нам, знаешь, что здесь надо поставить? Нам надо поставить. Где она? Хурма. Нет. Ну, ага, это просто платформа, нет, не то. Нам надо построить вот, вот эту вот шляпу. Вот эту вот шляпу, причем эту шляпу нам надо построить так. Вот как-то. Я думаю, даже, наверное, вот так. Чтобы мы, короче, могли им давать пиздюлей. А, окей, все, понял, понял, понял. Это нам надо будет, значит, обратно вести. Так, ну, вот так вот. Сильно широкую нам она как бы и не надо. Ну, вот так. Окей. Сейчас мы сделаем, наверное, их поставим, как нам надо вообще. Вот, и потом уже будем все-таки ставить. Так, ну я думаю, до сюда будет достаточно. А широкая не нужна. И ведем обратно. Обратно мы ведем ее, наверное, вот куда-нибудь сюда. Не знаю, что из этого получится, короче. Но по высоте вроде похоже. Вот, то есть вот такие, грубо говоря, строительные леса у нас будут. На них мы потом будем взбирать. Слышь, ты чё тут охуевший такой сидишь? А, блядь, ты чё тут расселся у меня дома, охуел?
Я понимаю, что это был твой дом, но я пришел как Чингисхан и забрал его. Тихо. Опа. Пиздуй туда. О. Отлично. Да. О, тут еще костей-то оказывается. Так, давай. Окей. Одели это, зажжем. Надо их, короче, этих-то поскидывать туда. Опа. Опа, ты видел, как он рядом был, да? Сука, под... Ты чё, блядь, решил подкраться незаметно? Ну не тут-то было. Ты чё, братан, я-то тебя заметил. А, на тебе. Нормально? Нормально. Окей, пиздуй туда. Ты, пиздуй туда. Горите синим пламенем, суки. Так, ладно. Так, ладно. Давай тогда делаем вот эту херню. То есть нам же как-то надо будет защищать свои хоромы. Ага, как спизженные хоромы. Нормально. Так. Ну, в принципе, короче, вот такая вот задумка. Давай-ка. Бревна по-любому нам надо использовать все. Если мы их нахуй не используем, они у нас исчезнут. А, так, давай-ка мы знаешь, что сделаем. Так, до конца все разметим. Так, ну, к примеру, вот так. К примеру, да? У нас же вот сюда оно все уходит. Я могу, к примеру, вот как-то так поставить. Пока меня никто не трогает. Как-то, ну, вот так поставить. И... Пока как-то вот так поставить. Вот такая вот, да, у нас будет халабуда. Давай посмотрим. По размерам, конечно, это масштабненько, я считаю. Довольно-таки масштабненько. То есть, теперь давай глянем. Вот там у нас... Ну-ка, убери эту херню. Вот такие вот леса нам надо будет ставить вокруг везде. Надо будет вот здесь, наверное, поставить. И вот там, наверное, поставить... как они называются-то? Ой, бля. Вот это я ударился. Уф. Ворота, вот. Ворота на R. Нет, нам надо большие ворота. О, большие ворота. Во. Вот такие ворота нам, короче, надо поставить. Здесь... И, наверное, вот здесь. Я, конечно, сомневаюсь, что они будут очень сильно часто к нам приходить. Так. А что у нас тут мешается? Ну, окей. Вот так вот, короче. Ну вот так, я думаю, будет просто здорово. Можно даже в первую очередь их и строить, как бы разницы-то особо нет, я так понимаю. Куда нам тратить наши бревна? Просто если их сейчас не потратить, они у нас нахуй исчезнут. Нет, дропать мы их не будем. Вот. Ну, в целом, в принципе, нормально. С той стороны, мне, как бы я так думаю, ворота не пригодятся. Им нам нужны именно здесь. С той стороны они вроде особо не бегают. Хотя, кто их знает? Они же, блядь, аборигены. Они... О, отлично, отлично. Да, этих бревен нам надо будет еще, конечно, кучу замутить. Но это вообще не проблема. Деревьев-то валом. Так. Так. Бревнышки. Бревнышки. Че, устал? Так, ну, якобы все. Ага, вот еще. Нет, еще не все. Так, ну давай, будем. Подожди. Пока вот сюда тогда и будем их скидывать.
Так, отлично, отлично. Отлично. Есть, по-моему, еще время. Окей. Так, ну, вроде все. Вроде бы все бревна собрали. Вроде нигде ничего не валяется. Ну, блядь, как не валяется? Вот, пожалуйста, еще. Потом пеньки надо будет посрубать обязательно. Ну вот. Так, ну-ка, давай-ка мы вот так вот сделаем еще. Геймплей. Пам-пам-пам-пам-пам. Во. Ага. Вот так вот. Во! Без значков-то вообще прикольно. Оно и поинтересней. Вот, ну-ка давай залезем, глянь. Ну. Вот там, вот только что, вот там сдох, короче, варан. Он прям пробежал, так еще подгоревший. Ну, в принципе, прикольно. Я считаю, будет. А здесь у нас такой, как бы, главный очаг будет стоять. Давай вот так, чтобы пальцем можно было показать. Вот здесь вот. А, так, костры. Вот один там. Надо будет ставить где-то один вот здесь. Вот здесь. И вот здесь где-нибудь. То есть, в принципе, нам их должно быть хватить. Раз, два, три, четыре. Да, четыре должно быть хватить и один внутри. Вот. В принципе, забор и там уходит в воду. То есть зайти они не смогут. Будет у нас два входа. Вот. И там уже, наверное, потом понаставим кучу ловушек где-нибудь. И будем, короче, добывать мясо. Вот. А так, в принципе, у нас вот там, в той стороне, у нас есть обычный домик на дереве. То есть мы будем, наверное, знаете, как теперь записывать видосики. То есть у меня будет одна серия. Ну, вот такая вот, к примеру, где я буду страдать хуйней, строиться там, уничтожать аборигенов. А одна такая, типа, правдивая. То есть мы будем вот там ходить и выживать. И... Олочко, ладно. Ну и, в принципе, до этого мы можем вообще сохранить отдельно. Кстати, у нас ни шалашек нихуя нету, да, по-моему? Вот, нам нужен бы шалашек поставить для начала. Хотя бы шалашек. Вот, а там уже дальше разберемся. Давай, давай, давай. Вот этой хуйни надо нарубать. Так. А, вот он, да, видишь. Он, короче, подгорел и сдох. Ну, заебись. Нам что, мяса лишнего не бывает. Опа. Здесь, кстати, местность вообще... Ну? В смысле? Чё у нас за тупняк? Какой-то тупняк. Так, да, у нас был 12-й день. Давай-ка это мы, наверное, сохраним отдельно. Подожди, режим нормальный. Чё-то, блядь, столько слотов. Слот 4, нормальный. Но тут нету сколько дней, ничего здесь не даст. Окей, сохраним вот здесь. Так, ну все, ребят, сохранились. На этом, наверное, будем завершать нашу серию. У нас ничего почему-то не берется. А вот вроде начало браться. Опять тупняк нашего The Forest. Какой-то тупняк. У меня бесконечные ресурсы. Отлично. Два. Три. Ну, я думаю, эти... А, нет, не бесконечные. А, все, понял, у нас же... Ну, блядь, ну это-то что не берется, а? Да ладно. Не, ну реально, смотри, у меня бесконечный ресурс. Ну, это круто, что, давай будем строить. То есть я поднимаю, как я понял, один кость. Да. Одну кость поднимаю, и все, у меня опять куча здесь всего становится. Так, ну-ка подожди. Все, пускай отображается. Ну реально они сдупили у меня, смотри. 15. 103. 9. А, ну вот эти тратятся. Смотри, 9 осталось.
Так, окей. А, нет, а теперь берутся. Короче, я хуё знаю. Форест, блять, могуч на баге. Так, эта хуйня нам не нужна. Ну, так. Все, в принципе, все. Можно будет потом здесь что-нибудь еще пожарить. Давай еще раз сохранимся. День 13 у нас. Ладно, ребят, на этом заканчиваем. Нравится видео, не забывайте, конечно же, поддержать лайком, подписаться на канал. Ну, а на этом все. Пока-пока.